Мы сейчас, когда делали заказы, с трудом, конечно, определились, но все поняли, что хотят баклажаны с грецкими орехами. Остался только у Энса, да? У остальных все, закончились баклажаны с грецкими орехами. Потом Андрюша захотел харчо, оказалось, что харчо хотят все. Но было поздно. Теперь выясняется, что все хотят вот эту курицу, как это называется? Сацили. Вот сейчас тоже делят. Но главное, самое интересное, этот официант не дал нам заказать много. Он говорит, вы столько не сидите. Вы же не можете на 3 дня наесться. Он нас не знает. Да. Он говорит, вы же не можете на завтра наесться. Завтра опять надо будет есть. Типа, остановитесь, пришлось нам так скромно заказывать, человек нас не знает, да. И что я вам сказала, это будет слишком много, давай я вас помогу. Индуколин, давай я буду вам помогать, да. Ну, в общем, весело сидим, день рождения проходит очень весело. Всем привет из Мюнхена! Всем привет из день рождения дедушки. С днем рождения дедушки. Смотрим глаза.